Две новые школы в Багайском и Тобольском районах откроют до конца этого года, а также Центр культуры и досуга в селе Петелино Утровского района. Об этом рассказал начальник Главного управления строительства региона Павел Перевалов. Всего в этом году в плане 11 социальных объектов, 7 из них уже готовы. Это крупные школы в Тюмени, а в микрорайонах Тура, Плеханово и Тюменской Слободе, а также в Упоровском и Вагайском районах. Но одним из главных событий уже стало открытие Центра гимнастики в Тобольске. И действительно прекрасный объект получился. И хочу, пользуясь случаем, просто вот огромное спасибо сказать тюменским строителям, которые вообще в кратчайшие сроки справились с этой задачей, построили достойнейший объект. Коллеги, спасибо огромное.